Привет, народ! Заказал вот такие ступенчатые сверла. У нас по месту слишком как-то неадекватная цена на них, прям совсем неадекватная. Пришла с инструкцией, русский, английский язык. По-русски здесь все довольно вроде как понятно. В таком чехольчике пришло, аккуратном. Вот набор из трех сверел. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Довольно вроде как качественные, заточены вроде неплохо, ну, подойдут для дерева, пластика, там тонкого какого-то, может, алюминия. Дальше идет вот такой вот 4, 6, 8, 10, 12. И третье сверло, тут уже у нас, господи боже, 3, да, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот такие вот диаметры. Такие вот сверла. Ссылка в описании будет на продавца. Пришло довольно быстро. Ну как быстро? Укрпочта перлась не быстро. Где-то чуть меньше месяца. Вот. Но в принципе дошло. Это радует. Вот такие вот сверла. Потому как, я же говорю, у нас по месту они прямо какие-то неадекватные цены на них ставят. Вот. Всем всего доброго, ребята. Всем три. Всего хорошего.